тут видим головку, забедренной кости, переход в шейку. Переход в шейку. И вот фактически нам нужно уколоть вот сюда. Это будет полость сустава. Так, сейчас уколю. Вот мы видим, что кончик иглы попал туда, куда нам нужно. Теперь будем лекарства. Болезненное введение было? Да. Ну, чувствительно, но терпимо, да? Конечно. Все, теперь делаем наклеечку. Я сама против вообще-то. О, понятно. Ну, какой институт получила? Второй. Ну, первый. Понятно. Все равно соседи. Сейчас не работаете уже? Сейчас или нет. Слава Богу. Ну да. Все.